Всех приветствую. Продолжаем рассматривать красивые работы. Франц Эйбл. Читающая девушка. 1850 год. Холст масла 53/41. Франц Эйбл – видный австрийский художник XIX века, автор живописных портретов, жанровых сцен, исторических картин в академическом стиле и более 400 портретных литографий. На его творчество повлияли художественные принципы знаменитого Фердинанда Георга Вальдемюллера, особенно в области светотеневых моделировок. Люди на полотнах Эйбла представлены в идеализированном виде. Эта картина – одна из самых известных работ художника. Автор позволил себе сделать портрет девушки несколько откровенным, сильно обнажив грудь. Тем не менее, образ получился довольно скромным и целомудренным. Живописец сочетал портретные характеристики персонажей с желанием создать тип человека из определенной среды, возрастной и культурной группы. Ну вот такая красивая картина. Работа называется «Читающая девушка» Франца Эйбла. Такое описание нашел в интернете. Пока-пока. До свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».